Всем привет, друзья! Как ваши дела? Как ваше настроение? Как проходит ваш день? Надеюсь, что у вас все хорошо. У нас тоже все отлично, все нормально и все по-старому. Дети у меня в школе, Рызу на работе, Рычи со мной сидит рядом, меня караулит, с утра бегает за мухами. Сейчас тоже, в данный момент тоже пытается поймать, но не получается у него. Вчера ночью у нас была катастрофа, потому что поднялся моментом сильный ураган и пошел очень сильный дождь, ливень. Ураган был просто невозможный, наши деревья здесь сидят огромные, высокие, что есть, в разные стороны. Я думала, что, может быть, одно из этих деревьев точно упадет. В Париже тоже был очень сильный ураган вот вчерашнюю ночь, плюс и под вечер тоже там было, но у нас нет. У нас целый день была жара, потом ночью именно началось, где-то с 10 вечера сильный ураган поднялся и пошел ливень. Потом где-то к 11 у нас ушел свет. Я была в шоке. Я сидела в кухне, дети спали в то время. Рызу тоже лежал, смотрел что-то в телефоне. Я сидела в кухне, как раз себе намазала лак. Где-то минут 5-10 спустя уходит свет. И знаете, какая темнота была? Вот просто не передать словам. Я хотела вчера заснять вам момент, когда был ураган и сильный дождь. Почему у меня камера так? Невозможно было, потому что ничего не было видно на улице. Лампы, это, ну, все, конечно, само собой были выключены. Короче, во всем нашем городе не было света. Где-то на минут 10-15, ну, максимум 20 минут, и свет вернулся. Я так успокоилась, потому что я думала, все, сейчас холодильник разморозится, утро встанем, будет целая лужа. Ну, несмотря у меня в холодильнике, в морозильнике лед не собирается, так что вряд ли бы вода потекла бы, но все-таки. Я никогда так не оставляла холодильник, чтобы разморозился бы и тёк, ну, понимаете? И поэтому я не знаю, я не видела никогда, если оттуда вода выходит или нет. Но, слава богу, дождь, свет пришел, дождь тоже под утро прекратился. Утром детей, когда забрала в школу, было так прохладненько, приятно. А сейчас опять у нас жара, 28 градусов, но почти как вчера, по 30 будет. Я сегодня без машины. Рызу забрал с собой машину, поехал на работу на ней. И поэтому сижу теперь дома. Хотела сегодня пойти детям купить кое-что из одежды. Ну что, у меня время еще есть, пока еще тепло. Холода пока еще не настали, так что нормально. А потом думала, выйду... Что такое, Ричи? Выйду в центр пешком. Но когда я Ричи на улицу вывела, я чуть... Мне плохо чуть не стало, потому что настолько сильно жарко было. Я передумала. Так что лучше посижу сегодня дома. С утра я уже приготовила обед. Супчик для детей с вермишелькой. Простой супчик без мяса. И картошку с мясом пожарила. Прибрала дом. И сейчас вот решила к вам выйти. Машке тоже, Машка, кстати, Машка вчера пришла, когда ей дали с садиком, не садик, а уже со школы, уже как-то не выходит слово садик, она уже, считайте, в нулевой класс, как школа. Принесла, значит, брошюрку, кто хочет записать детей на гимнастику, разные виды гимнастики существуют, и дали брошюрку, куда можно позвонить, зайти на какой сайт, чтобы записаться. Сегодня с утра стараюсь позвонить, дозвониться, никак не могу дозвониться. Там написано, что нужно сначала записаться через интернет, на их сайт тоже захожу, что-то непонятно, там написано, не могу никак записать ребенка. Так, еще раз, хочу ее, в общем, записать на аэробную гимнастику. Я думаю, это как раз для нее подойдет. Плюс там не надо будет ей вешаться на вот эти трубы, на это все. Вот я не люблю, я боюсь.
Поэтому ей тоже понравилось, она фотографию видела, плюс формы у них такие красивые. Она сказала, говорит, мама, я хочу на это. Я говорю, нет проблем, на это без проблем. Плюс могу ее забрать в один, там, на несколько минут, как бы, чтобы она посмотрела, как там это все происходит, если ей понравится или нет. Поэтому завтрашнего дня или сегодня вечером уже спокойно сяду, все посмотрю. Если мне не получится у меня дозвониться, то я это через интернет как-нибудь постараюсь ее записать. Я хочу просто узнать, где это находится, это здание. Потому что здесь возле нас есть бассейн, и в этом же здании находится гимнастика. Но вроде бы этот адрес другой на этой брошюре. Здесь, кажется, нету аэробной гимнастики, поэтому все хочу узнать. И как раз там берут с 3-4 лет, так что ее запишут 100%. И могу ее забирать по средам или по субботам, уже как я хочу. Ну, я ее буду забирать по средам, так как с утра они свободны, школы нету. Могу ее забирать с утра на эту гимнастику, а Лёшку уже под вечер на регби. Как раз у нас день будет занят. Дети тоже не будут долго скучать и дома сидеть. Потому что в субботу с утра у Алика спорт. А если я Машку запишу на субботу, там тоже будет с 10, и я никак не смогу идти в одно и то же время ее забирать и его. Но я думаю, если вдруг находится это место там же, где ходит Алик на регби, потому что там есть гимнастика, вроде бы какое-то здание тоже, спортзал какой-то. Я хочу узнать, может быть, там находится. Но все равно, я думаю, по средам лучше будет. И вот такие дела. Так что надеюсь, что ей понравится, она будет хотеть уже займется тоже чем-то. Вчера она говорит, мама, я тоже хочу куда-нибудь записаться, а то я никаким, говорит, спортом не занимаюсь. Пусть пойдет, без проблем. И стоит в год 180 евро. Еще как она новая ученик, как бы 16 евро плюс надо заплатить. Не знаю зачем. Ну и что, на год, я думаю, не очень дорого. Плюс, если они будут давать форму сами, то, конечно, стоит. Потому что я здесь еще не видела, чтобы в магазинах спортивных продавали бы. Хочу какой-нибудь челлендж записать вместе с детьми или даже, может быть, сразу вместе. Но не знаю, какой бы можно было бы заснять вместе с семьей. Как бы я, Резо и дети. Не знаю, ничего так в голову такое не приходит, чтобы Резо тоже заинтересовала, потому что на тупую вещь он не согласится. На тортилла челлендж он еле-еле согласился. Поэтому, если у вас есть какие-нибудь идеи, напишите в комментариях, чтобы вам заснять челлендж какой-нибудь семейный. Зашла в ванну, хочу сделать масочку, чуть-чуть освежить свое лицо, давно не делала маски. Пока у меня время есть, пока в школу не иду за детьми, сделаем маску. Кстати, вчера тоже мы сразу никак не помыли, не почистили мою машину. Вроде ушли почистить машину. Вместо этого пошли в магазин. Вот эту маску сегодня мою любимую. Там не делаю.
какой запах. Надеюсь, сейчас ко мне кто-то домой не постучится. Длинный нос. Сейчас там минут 15. Правильно. Это я, Рич, это я, не бойся. Это я. Все, кожа у меня чуть освежилась, почистилась. Сейчас чуть-чуть она отдохнет у меня, и потом я накрашусь. Пока пойду за детьми. Уже в таком виде не хочу все равно выходить со своими синяками на улицу. Так приятно стало, так освежилось у меня лицо. Вы себе не представляете. Thank you.
Тут села, потому что заряжаю телефон. Только что по дороге в подъезде встретила соседа снизу. И впервые в жизни нам дали не то что замечание, а как бы культурно дали замечание. Так мне неприятно стало. Ну, неприятно стало мне самой, мне нагрубили, что нет, конечно. Просто у нас новые соседи внизу, и там двое маленьких детей. А Рич, когда в своей клетке, он сейчас, так как жарко, без одеяла спит, потому что ему жарко. И плюс как это железное, он когда переворачивается, такой голос сильно идет. Даже ночью я из-за этого проспаюсь. Я совсем не додумалась, что этот голос может идти вниз. И он говорит, каждые 6 утра говорит, и ночью, говорит, от этого голоса дети просыпаются. А мне так неловко стало, ужас. Надо сегодня, чтобы Резо пришел. Мы должны что-нибудь придумать, чтобы голос не издавался, когда он переворачивается в этой клетке. А то так еще, уже в следующий раз, наверное, буду грубо уже говорить. Поэтому нужно будет что-нибудь придумать. Не знаю, что. Было бы что-нибудь такое, знаете, каучуковое, я бы сразу бы сейчас приклеила бы, положила бы и все. Потому что если я одеяло сделаю, он в комок собирает это одеяло и откидывает, потому что жарко. Кордону, если положу, все и разгрызет. Остается, знаете, вот как линолеум, вот такой материал что-нибудь придумать и сделать. Надо будет сегодня что-то так на время, а потом уже надо будет пойти в магазин посмотреть, если что-нибудь такого материала есть, каучуковое что-нибудь, чтобы приклеить или наложить. И чтобы он спокойно там и спал, чтобы никому не мешал. Я надеюсь, что сегодня у нас получится. Они тоже, в конце концов, его положим без этой железки. Эту железку я достану, положу на одеяло, на одеяло, поспит и все.
чтобы не мешал. Потому что когда он поворачивается, эти когти у него ударяются, и еще плюс он крутится очень долго на своем месте, пока он позу хорошую найдет, чтобы лечь. И поэтому голос остается ужасный. Так жалко мне детей, блин. Там такое время просыпаются, я представляю, если бы на их месте было, мне тоже не было бы приятно. И поэтому надо что-нибудь придумать. Сейчас тоже уже скоро пойду за детьми. Вот такая жара, вы себе не представляете. Опять пойду, приду, буду как помидор красная. Друзья, мы уже дома. Детей привела, накормила. Сейчас хочу мясами попробовать использовать вот этот лайнер. Я как купила, у меня также лежит. Я его никак не испробовала. Сейчас нечего делать, думаю, посмотрим. Алексей вместе как всегда ругаются. Так, давайте я испробую розовую или бирюзовую. Я думаю, лучше розовую пойду. Значит, здесь вот такой кончик есть. Снова видно. Вот. И это тоже, если, наверное, неровно нарисуется, мы не буду этим почистить. Сейчас посмотрим. Ну, я хочу тоже. Я уже забыла, знаете, честно, как лайнером пользоваться. Цвет какой-то такой непонятный, его не видно. Вообще видно. Видно? Не, вообще не видно, мама. А, пап, а ну свет включен, думаю, здесь, может, свет не попадает. Нет, свет, даже свет ничего не делает. А ну-ка, здесь не поправить, видно. Хочу почистить. Да. Вот, смотрите, если подправить захочу, тут вот. Но мне не очень нравится. А ну-ка, с другой стороны сделаем вот такой бирюзовый цвет. Очень видно. Подождите. Зачем это все? Вообще не видно. Цвета такие очень тусклые. А мне видно. Да, на нам лицо. Так видно, но тут не видно. Подождите, на свет я выйду. Как он.
Ну что, в чем будем? Как-то так. Что сказать, очень ярко. Нет, ну, нормально. Марио, бери пальчики. Плюс тут есть своя точилочка. Я сейчас взяла вот такая маленькая. Все так можно открывать. Ну, не тонко делает. Сейчас тут вот такой лайнер, такую стрелочку сделать, еще ничего. Вот тоненькую можно нарисовать, потом почистить, вот этим подправить. Ну, просто мне цвета не очень нравятся. Ну, желтый цвет какой. Другой цвет-то не такой же? Он вообще не видно. Как не видно? Наоборот, желтый лучше видно. Вот, желтый больше видно. Вообще-то... Не вышли цвета диску. Эй, что я сделала? Нам лично засмотрит, чтобы потом садиться делать макияж. И голубой. В общем, голубой, желтый, еще ничего. Розовый тоже, но не так уж ярко видно. Но, знаете, даже вот когда хочешь не ярко, например, лайн намазать, конечно, это же подходит. А вот если хочется вот так яркий цвет, то нет. Ну, ничего, можно будет использовать так иногда. Что ты хочешь? Тебе тоже делать? Давай, я тоже начну. На маму смотри, как эти ножки. Можно как ты сделала? Не-не, открой глаз. Как секретно. Стой, мама, ну. Глаз открой. Вот так, не закрывай. Вау. Я другую сторону. Нет, я тебе только один цвет. На меня смотри. Повернись вот чуть-чуть. Ну, почему один цвет? Ну, потому что. А можно? Нормально, смотри вперед. А можно еще какой-то зеленый и все? Не двигайся, а то не туда нам пришло. Не закрывай глаза, мама, не бойся, а то глаз не попадет. На щекотный пусты. Подожди, на это посмотри на маму. Речь так воду пьет, как будто последний раз. Ну да. А посмотри на мне. Еще знаешь, что можно сделать? Вот здесь так красиво. Ну ты помнишь, когда посмотри на маму. Хэллоуин. Это ты мне тоже что-то... Мария, не двигай глазками, мама. Ичика. Ну-ка. Красиво? Мама. Так, где его краска? Ну, а можно еще вот этот и все? Ну, не как ты делаешь. Ну, не как ты вот так. Иди сюда, ну-ка. Так красиво. Придумаю, что же. Закрой глаз. Сильно не закрывай, просто прикрой. Просто прикрывай. Сильно не делай. Вот так, вот так. Мама, ну и не туда. Ты второй. А ну-ка. А ну, закрой глазки. Не-не, сюда, в камеру. А ну, открой. Ну и красивая. Как вам макияж? Красиво тебе? Да, да. На тебе получилось чуть-чуть ярко так, а у меня ничего не видно. На мне не могу делать. Видишь, как красиво это получилось? Мам, это
Если для детей тоже будет дико. Но детей этой вещи нету. Но здесь тоже... Ты вырастешь потом? Но, это такое, что как эта коробка, чтобы макияж там это все равно жить. И я что? Хочу эту. Ты что, пока маленькая для этого, но... Да я уже, у меня же было, у меня сломалось, когда я была маленькая. Да, ничего. В общем, на мне что мне понравилось. Я, наверное, очень тонко масло. Речь, отодвинься, пожалуйста. Сейчас еще хочу попробовать вот эти тени. Не знаю, что на мне нашло. Хочется все перепробовать у меня. Попросту лежит у меня. Глаза мозолят. Плюс все такие красивые. Просто некуда это мне мазать. Так. Мне интересно, желтый цвет. Очень классно видно. Смотрите, какие красивые цвета. Вообще, вот это тоже очень красиво выглядит. Тоже жалко трогать. А это тоже глиттер. Ну, посмотрим. Смотрите. Смотрите, я чуть-чуть так тихо нажала, и уже сколько. Если кто-то ко мне сейчас домой постучится, я не смогу так выйти точно. Вроде бы блестит. Ну, все же красивые цвета. Мне так хочется накраситься так. Тут я думала, куда я пойду так. Дома так буду сидеть. А если кто-то придет? Скажут, какая-то сумасшедшая сидит. И сейчас камни это почистить, я не хочу умываться по колени. Вот видите, этот лайнер как быстро вот раз, два и все ушло. А вот здесь плюс у меня голубой. Чего не вижу. Конечно, она же будет умыться. Мне туда не отходит. В общем, не знаю. На Машке очень красиво получилось. На мне не очень. Наверное, моя кожа такая антикварная. В общем, друзья, где-то света выключу. Рич, что ты ходишь туда-сюда? Алик делает. Конечно же, Алик играет в PlayStation. Ричи измеряет нашу квартиру. Машка играет там в комнате что-то. А я на сегодня, друзья, закончу свой влог. Так как уже ничего снимать. Погода такая приятная. Надо опять умыться. На него. Кто ты писёт? Кто не мой телевизор? Так что, друзья, не забывайте ставить лайки, подписываться на мой канал, писать комментарии, задавать вопросики. Всем желаю хорошего вечера, всем спокойной ночи заранее и всем пока, друзья!